А есть на России еще один старец. Но он не предсказаниями, а обещаниями бросается. После частичной мобилизации, например, обещал семьям мобилизованных отсрочки по кредитам и ипотекам. И значит, пока гражданский муж Ольги, воин на СВО, у их семьи отбирают квартиру. Банковские ростовщики, по-другому просто не скажешь. Да не может быть! Неужели Бункерный опять наврал? Когда я об этом узнала, у меня муж уже на тот момент был мобилизован с 24 сентября, я обратилась к приставам, так как имели право мобилизованный супруг, да, то есть при остановке исполнительных производств и так далее. Мне в этом отказали, сказали, что мобилизована не я. Куда еще обратиться, я не знаю, за данной справедливостью. Написать в приемную Владимиру Владимировичу о том, как исполняются его законы принятые. На самом деле это поразительно. Путин забрал на войну ее мужа. Банк, несмотря на обещания президента, отжал у нее квартиру. Она по-прежнему верит Владимиру Владимировичу. Царь хороший, бояре плохие.